Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них все истории нашей вечная суть. Сегодня в Усть-Джигуте прошел митинг-концерт в поддержку президента нашей страны и российской армии. Ахмат Халхечев продолжит. С инициативой проведения акций в поддержку нашей армии и главы государства выступила общественность Усть-Джигутинского района в лице ветеранских организаций. От лица всех ветеранских организаций и нашей организации мы благодарны президенту, который вовремя остановил фашизм до наших границ. Все выступавшие на мероприятии отмечали, что сейчас крайне ответственный период в новейшей истории нашего Отечества. И в этой связи весьма важна консолидация всех здравых сил российского общества вокруг нашего национального лидера и принятых им решений, подчеркивали они. Мне очень больно осознавать, что сегодня то, что происходит, это, я думаю, горько для всех. И, честно говоря, просто хочется, лично мне хочется сказать: люди, остановитесь. Поддержать ребят военнослужащих, которые сейчас беззаветно защищают интересы нашего Отечества, сегодня вышли более 700 человек. Я, честно говоря, давно ждал такого решения нашего президента, но этот момент наступил. И в это время, когда идут тяжелые бои, мы должны поддержать нашего президента и его решение. Людей разных возрастов, национальностей и профессий объединило безоговорочное доверие своему президенту и своей армии. Мы должны понимать, что Владимир Владимирович Путин стоит на страже своей страны. И сейчас мы можем только сплотиться и понять вокруг нашего президента то, что это наша сила, и только мы можем сохранить мир. А в завершении мероприятия, в знак подтверждения приверженности нашей страны сохранению мира во всем мире, участники патриотической акции запустили в небо воздушные шары в цвета российского триколора и флага Карачаево-Черкесии. Я молюсь, я хочу, чтобы чистый был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя Россия. Ахмат Халкечев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.